Конец мучениям автомобилистов. После реконструкции теплосетей на улице Азина снова можно ездить. По Свободы от Спасской до Московской тоже открыли движение. Асфальта на участках пока нет, но уже на этой неделе он там появится, заверили в КТК. Заканчиваются и масштабные раскопки на одной из главных магистралей города – улице Щерса. 4 августа там перекрыли всю проезжую часть. Рабочие меняли старые трубы на новые. Автовладельцы искали объездные пути по Ульяновской и Римма-Юровской. Сейчас реконструкция теплосети подходит к концу. Осталось завершить работы в теплокамерах, которые находятся вдоль дороги. На проезжей части уже уложили асфальт. Движение по улице Щерса откроется через 2 дня. Дорогу утром 21 августа мы открываем для движения. Сейчас остались еще приготовления. Ну, то есть асфальт уже есть, уже установлены блоки ограждающие. С точки зрения безопасности, как только знаки получаем, вывешиваем и запускаем движение.